Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Наследник певицы Валерии, Арсений Шульгин, в выходной день провел время с малышкой Селин. Молодой человек в 22 года занимается собственным бизнесом и обеспечивает свою семью сам. По словам невестки Валерии, ребенок был запланированным. Дочку девушка родила в новогоднюю ночь, сделав самый главный подарок певице. Арсений согласился на партнерские роды, поэтому был рядом с возлюбленной. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение. Thank you.